свою маму, Шведову Светлану Алексеевну, поздравляю с праздником, желаю счастья и любви. А я свою маму, Доброхотову Марину Павловну, поздравляю с праздником, желаю, чтобы она осталась такой же красивой. Мы поздравляем нашу маму Лилю с 8 марта. Желаем здоровья и любви. Девочки, скажите, как вас зовут? Даша Фомина. Валя. Валя Фомина. А какой праздник? Совсем-совсем скоро мы будем отмечать. 8 марта. А вы хотите поздравить свою маму с праздником? Да. Пожелайте что-нибудь маме. Я желаю здоровья, успехов. Мы тебя любим. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Лиза Добрынина. А в какой детский сад ты ходишь? Поселок Весенний. Детский сад поселка Весенний. А какой праздник скоро, Лизочка, будет? 8 марта. Ты хотела бы поздравить свою маму? Да. Ну, давай поздравляй. Поздравляй с праздником, моя любимая мама. Желаю тебе, чтобы ты была всегда со мной рядышком. Я тебя люблю. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Нонна. Ноночка, а сколько тебе лет? 5. А какой праздник совсем скоро будет у нас? Весна. 8 марта. Замечательно. А ты можешь поздравить свою маму с этим праздником? Могу. Пожелай что-нибудь маме. Мама, желаю тебе, чтобы ты была здоровая, не болела никогда, чтобы тебя на работу хорошо уважали. И ты всех уважала. Я тебя люблю. Пока. Меня зовут Ульяна Аверьянова. Ульяночка, а как зовут твою маму? Мама Настя. Ульян, скоро праздник. Ты хочешь поздравить свою маму с праздником? Да. Поздравляй. Я хочу, чтобы мама была большой, здоровой, чтоб не болела всегда и на работу ходила.